Тут. Положение. Рассказывай, как тебе дела? Да ничего, доделываю сентябрьского, августовского, сейчас довожу клиентов до ума. Вот, у меня нормально, в принципе, я под сутку уже вышел. Скоро зайду, гляну. Ага, и слушай, знаешь что, дошел до 16-го урока. Блин, его бы надо было поставить пораньше, я вот сегодня его проходил. Еще раз пройду. Столько информации, блин, я людей потерял кучу. Если бы знал бы раньше, я бы не потерял бы вот так вот то, что вот в этом уроке. Ну, тебе просто как вот, может, его пораньше как-то поставить. Урок продажи. Нет, урок 15 продажи. Ну, давай поставим его пораньше. Подумайте просто, потому что мне бы сильно помогло бы вот на начале работы с клиентами, если была бы эта информация. Вот, ну а так у меня все в порядке, вот у меня только по рекламе, Жень, посмотрите прямо, то... Что ты за август, говоришь, сколько ты заработал? Ну, я сейчас, если закрою, вот в ближайшее время там старую, у меня 120 получается грязными. Ну, хорошо. А в рекламу сколько за август потратил? За август у меня 21 тысяча ушло. Понял. Ну, понял, у меня, короче, чистыми получится где-то сотка, плюс-минус тысяча туда-сюда. Молодец. Сам еще доволен? Ну, да, мне вот только надо было толкнуть чуть-чуть, а все, я же с людьми-то по работе еще по старой, у меня нет проблем общаться ни с покупателями, ни с партнерами, тем хорошо, более. Хорошо, вот, давай рекламу глянем. Как-то... Последняя неделя вроде ничего, она так по клиентам, по лестницам пошла. Но вот до этого у меня за август мы нормально с основным партнером закрыли, там что-то порядка. Вот сейчас те, которые внесли предоплату, еще три договора остались, там крупные лестницы, что-то в районе 200-300 тысяч еще осталось закрыть. И так, в принципе, порядка 1 200 000 300 вышло. Ну, это хорошо. Вот. С учетом, мы, в принципе, же на такую сумму и рассчитывали же. Мы на такую рассчитывали, но сейчас, опять же, цикл сделки у меня реально с ними выходит. То ли клиент... Полтора месяца? Реально полтора месяца. Вот я сегодня смотрел на клиент 29 июля пришел. А 7 сентября ему поставили обычную каркасную лестницу с дерева. Вот она там 76 тысяч у него вышла. То есть реально там чуть больше месяца. А если мы сейчас возьмем какую-то сложную лестницу, которую вот они сейчас считают, там получается по дуге идет стекло, ограждение и так далее, там еще плюс... Ну, такая лестница изготавливаться будет где-то недели три. Ну, вот, да. Это ниша, вот по фундаменту там подождать нужно. Вот кто-то там, не помню, как его зовут парень-то, он с первого потока, что-то я с ним переписывался, а хотел ему передать заявку, он нет, все, я типа слился, больше не буду этим заниматься. А я вот тоже, у меня на тот момент, ну, не все так хорошо было, а вот чуть подождал, и пошло, там кто-то вот закрывал там в июне, допустим, партнер его передал, он его вел, и где-то вот только на конец августа они там с ним договорились, заключили договор, ну и вот там, не помню на сколько, ну, короче, 60 тысяч вот мне частями потихонечку переводит. Ну, да, он вроде переводит. Ну, партнерам тоже там вроде все нормально, так какое бывает, там найдешь... новый сольется. Сейчас вот 4 есть, но тоже мало. Вот один партнер, что-то как-то он вроде переводит потихоньку деньги, но что-то он прям так нехотя, как мне кажется, это делает. Я уж прям опасаюсь. Передаешь. Много денег должен? Ну вот вчера вот он мне пятнашку перевел. Вот если не считать на прошлой неделе, вот он двоих закрыл, договор они подписали. И сегодня вот как раз с ним разговаривал, на замер ездил, еще один договор. Если их вот не берем в расчет, где-то вот с июля, вот так, это 35, 35,
30. Пятнашку он перевел. Короче, 50 тысяч он вот со старых он еще висит. Ну, не знаю, там дачу он одну строил за 600 тысяч. Вот я у него вчера спросил, я говорю, что, как у тебя? Он говорит, ну, сейчас вот к концу недели там плиту перекрываем, ну, уже там видно будет. Ну, не знаю, может, и все нормально, как бы. Ну, сам себе накручиваешь. Потихоньку, ну, значит, нормально все. Потому что там, ну, хрен его знает, может, там реально какие-то проблемы есть, или еще не закончили там какие-то объекты. Потому что там же бывает иногда такое, что, ну, то есть ты рассчитываешь, что ты, условно говоря, там объект сделаешь за там, месяц, а тебе там клиент, допустим, у него там деньги закончились внезапно. Ты же не будешь там за свои достраивать. Вот, я не понимаю. Ну, бывают тоже нюансы. Один вот вообще прям, ну, такой он прям у меня нормальный партнер. Такой достаточно грамотный. То есть я прям вот их передаю ему, я прям вот в нем уверен. Но единственное, у него по цене, у него там и организация. Ну, это всегда так. Это всегда так. Ну, то есть я ему такие самые дорогие ему передаешь, и вот он их ведет, ну, закрывая. Тут вот в пятницу, хоп, все нормально у нас с ним было. Ну, тоже потихонечку переводил, то есть поэтапно с ним оплата, как ему переводит, он часть не... Тут все, в пятницу что-то какой-то клиент был, пропал. Пишу, звоню, не отвечает. Пятница, суббота, воскресенье. Ну, я уж понимаю, наверное, человек отдыхает. Воскресенье уж вечером. Я говорю, ну что, мы с тобой завтра созвонимся до 9? Да, да, все, давай. Короче, созвонились. Я говорю, ну ты что, где был? Он, ну вот, я типа у сына день рождения. Ну, понятно, бывает. Ну, вроде как бы вклинился в работу. Какие у нас были на выходные, он их не потерял. Все нормально, там, ездил на замер в понедельник. Вроде как бы нормально. Ну все, ну я вот сейчас думаю, 4 партнера... Мало, конечно. Даже вот по тому их переводишь им, там набирается у них 5-7, а сам уже сидишь как на иголках, переведут, не переведут. То есть как бы еще, по идее, нужно было бы найти одного или двоих партнеров. По-хорошему, да. Ну, в целом, фундамент нормально? Понравились? Нет, фундаменты все прям, ну, меня устраивают. Единственное, они сейчас, если все переведут, то вообще в шоколаде. Ну, как бы не то, что там не обогатился, конечно, за это время, но по, если так, по тенденциям, первый поток там, ну, если чистыми, у меня где-то по полтиннику в месяц вышло. Второй поток уже я там что-то посерьезнее. Я вот не помню, на прошлой неделе там подбивал, подсчитывал. Если вот все переведут, там уже что-то как бы не больше, чем больше 200, по-моему, 200 с чем-то там уже чистыми вот должно прийти. Хорошо. Вот, с учетом того, что, ну да, то, что вот перевели, и то, что осталось. Вот, ну и сейчас вроде так работа кипит там в городе, заявки идут. Ну, отлично. Ну их, знаешь, они вот две. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное.